информацию во многом те уголовные дела, которые за последнее время были в той или иной степени доведены до какого-то конца или начаты, во многом они были раскрыты благодаря позиции Илона Шора и его сотрудничества со следствием. И тем не менее, судебная инстанция считает необходимым его нахождение под арестом, что является нелогичным и юридически неправильным. Как сказал мой коллега, на первом судебном заседании мы будем требовать его освобождения. Мы переходим к другой процессуальной стадии рассмотрения дела по существу. Дело передано в суд, следствие закончено. Обвинение нам предъявлено, с которым мы не согласны. Аргументы прокуратуры, доказательства не формируют того состава преступления, который ему инкриминируют. И это мы будем доказывать. Даже несмотря на то, что по закону нам должны доказать вину. Мы не должны доказывать свою невиновность. Тем не менее, наша позиция по делу и наша позиция адвоката будет очень активна. Мы будем доказывать.